Название «кадриль» имеет общие корни в испанском, латинском и французском языках. Однако исторические источники утверждают, что родиной танца все же является Франция. Кадриль как бальный танец образовалась от английского «контрданса» и распространилась в салонах европейских стран в 18-19 веках. Здравствуйте, меня зовут Новиков Алексей Владимирович. Сегодня в программе «Уроки танцев» я научу вас танцевать задорный, веселый танец кадриль. Давайте начнем, друзья. Этот танец мы сначала разделим на три части. Начнем с первой части. Давайте. Прогулка. За ручки взялись и повели партнершу на прогулку. Раз, два, три, четыре. Дальше закручиваем партнершу на руку. Партнер, шаг в сторону с правой ножки. 5, 6, 7, 8. Теперь потанцуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раскручиваем партнершу. 1, 2, 3, 4. Подыбаски. Шаг в сторону приставить. 1, топ-топ. 2, топ-топ. Давайте еще раз. Ручку, девушка. Угу. И 1, 2, 3, 4. Закручиваем. 5, 6, 7. Танцуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раскручиваем. 1, 2, 3, 4. Подбаски. 5, 6, 7, 8. Дорожка. 1, 2, 3, 4. И расходимся. 5, 6, 7, 8. Повторяем. И дорожка. 1, 2, 3, 4. И расходимся. 5, 6, 7. И стали напротив партнерши. Давайте еще раз повторим с самого начала. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А теперь повторим все сначала. Ручку. Угу. Ручки на поясе. И у партнера, и у партнерши. И 1, 2, 3, 4. Закручиваем. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раскручиваем. 1, 2, 3, 4. Подобаски. 5, 6, 7, 8. Дорожка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки в кадриле вот так вот держатся, чтоб весело мы двигались. Он же веселый танец, задорный. Это мы закончили первую часть этого танца. Теперь мы переходим во вторую часть этой кадрили. Мы встречаемся, идем друг на друга, встречаемся правыми плечами. 1, 2, 3. На 4 хлопок. Расходимся. 5, 6, 7, 8. Теперь встречаемся левыми плечами. 1, 2, 3. Хлопок. И уходим. 5, 6, 7, 8. Еще раз повторяем. Правыми плечами встречаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо, теперь продолжим дальше. Теперь мы меняемся местами. Смена партнерши. Но при этом мы встречаемся левыми плечами. И 1, 2, 3, 4. Развернулись. И назад с правой ножки. 5, 6, 7, 8. Опять мы встречаемся, смена мест. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз повторяем. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А теперь все это с самого начала. Соединяем эту фигуру. И
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Плечами встречаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Смена мест. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это вторая фигура, закончив часть. И переходим к третьей части. Третья фигура – это прогулка. И подопаски. Вот мы когда остановились после второй части. И мы задорно начинаем идти на дорожку, вести партнершу на танец. И раз, два, три, четыре. Дальше подобаски. Партнер с левой, партнерша с правой. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Ручки чайником. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Подобаск и подобаск партнерша повернуться. А теперь мы это все соединим с самого начала. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Следующее движение. Идем спиной к спине. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще раз ее сделаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Следующая фигура – окошко. Раз, два, три, четыре. И в этом случае меняемся партнерами. Пять, шесть. Перешли к другому партнеру. Повторим еще раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь сделаем все сначала быстренько. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 И пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 А теперь все встанем в круг. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь давайте просто потанцуем. Благодаря сочетанию удивительной задорности с простотой, этот танец прочно обосновался в русской культуре. Кадриль танцевали еще на ассамблеях Петра I в начале 18 века. Постепенно она ушла в народную среду, где сильно видоизменилась, но сохранила композиционные особенности исторического танца. Надеюсь, вам понравилось наше занятие. Танцуйте вместе с нами на телеканале 7.